У всех в заначках скапливается очень много старой компьютерной техники. Вот один из способов использовать эти никому не нужные запчасти. Ну, естественно, первое требование – это чтобы запчасти были исправны. Вы знаете, когда забыли вот такие CD-ромы, у которых впереди, кроме кнопочек Eject, есть еще регуляторы громкости и выход на наушники. Можно из них сделать CD-плеер. Вот давайте я вам покажу вот такую вот тестовую модельку я собрал. Блок питания. Подключил его в розетку. Два CD-рома. Колоночки. Колоночки тоже подключены к питанию. У меня здесь 220 вольт. Вот. Включаю. Колонки включились. Блок питания зашуршал. Выдвигаем CD-ROM. Кладем музыкальный диск. Задвигаем его. Ну и, соответственно, самое главное я забыл. Это вставить штекер от колонки. Так, и нажимаем play. Все, музон пошел. Здесь же можно регулировать громкость. Вот, видите, до нуля. И добавляем. Орёт очень хорошо. Вот такой вариант использования. Вот. И этой кнопочкой можно листать на следующую мелодию. Это песня о летчике, вернее, о погибшем друге. Это песня о воздушном бое. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.